Под привычный звук метлы просыпаются жители города М. Только солнце встает, дворники уже за работой. Убирают залежалый мусор, который прятался под снегом всю зиму. С начала апреля в округе стартовала генеральная уборка. Этот вопрос находится в числе приоритетных у руководства муниципалитета. Установилась теплая погода, снег тает быстро, и весь этот мусор необходимо в кратчайшие сроки убрать, посмотреть, чтобы подтопления не создавали неудобства жителям, своевременно принимать все необходимые меры для комфортного проживания людей и параллельно наводить порядок в городе после зимнего периода содержания. Администрация округа контролирует все муниципальные службы города, чтобы оценить, насколько активно они включились в работу. В центре внимания микрорайон Перловский. Наша задача, скажем, пройтись по микрорайону и четко понимать, где за кем закреплен каждый квадратный метр и кто ответственен за его содержание. Вот. Но вы знаете, то, что вот мы сейчас находимся в микрорайоне Перловский. Вот. Здесь, в принципе, основная управляющая компания, которая содержит квартирные дома, это АО «Сукромка». Вот, вы видите, то, что приступили уже активно к содержанию. Все выявленные нарушения должны быть устранены в течение недели. Во время рейда комиссия обращала внимание на сухие ветки, навалы снега, мусор и надписи на стенах. Напомним, что за несогласованные граффити действует административная ответственность. Поливальные машины буквально смывают всю пыль и грязь с улиц. Дворники в оранжевых жилетах убирают детские площадки, наводят порядок на газонах, на которых уже видно зеленую траву и первоцветы. Как замечают сами жители, работа кипит. Вы высаживаете? Сажаем, да, стараемся облагораживать территорию. У вас хорошо, тут чисто, да? Чисто, да. Сами убираемся. И хороший у нас мальчик здесь работает. Дворник? Дворник, да, очень такой положительный. Финалом месячника благоустройства станет общегородской субботник. Он запланирован на 27 апреля, если не подведут погодные условия. Каждый горожанин может внести свой маленький вклад в большое дело. Обход территории показал, что есть места, где уже чисто и уютно, а есть территории, над которым коммунальным службам нужно изрядно потрудиться. Однако и горожанам стоит помнить, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Татьяна Горностаева, Максим Силаев, Первомытищинский.